Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему кошка может тереться о ноги. Многие владельцы мяукающих замечали, что кошки любят тереться о ноги хозяина. Однако не всегда понятно, почему именно питомец так себя ведет. Может, таким образом он выражает любовь и привязанность, а может, он хочет что-то получить от владельца. Почему же кошка может тереться о ноги? Давайте разбираться. Первая причина – потребность в ласке. Кошки, состоящие в родстве или просто живущие вместе, часто трутся мордочками друг от друга. На языке кошачьих жестов это является универсальным выражением теплых чувств и привязанности. Когда кошка трется о ноги, чтобы выразить свою любовь, она, как правило, мурлычет и просит поглаживаний. Это говорит о том, что кошка приняла вас в свой ближний круг и считает вас родственником. Вторая причина – привлечение внимания. Иногда кошки буквально вьются под ногами, и хозяева даже спотыкаются о них. Таким образом, питомец может напоминать, что пришло время наполнить миску кормом. Обычно при этом любимец требовательно мяукает. Иногда кошка может усиленно тереться о ноги из-за какого-либо стресса. Так животное пытается попросить хозяина о помощи и защите. Следующая причина – социальное взаимодействие. Хотя у кошек и не настолько развита социальная иерархия, как у собак, они также иногда стремятся выразить свое лидерство или, наоборот, лояльность. Если уличный кот трется о ноги, с большей долей вероятности он таким способом показывает, что он тут главный. Если питомец трется о ноги гостя, он показывает, что принял его и так выражает свое расположение. Этот жест можно расценивать как комплимент от хозяйской кошки, ведь она не станет приближаться к незнакомому человеку, которые вызывают у нее неприязнь или страх. Кошки очень привязаны к территории, на которой они живут. Подобно своим диким собратьям, тиграм и львам, домашние кошки также стараются пометить свое жилище. Они делают это при помощи запаха, за который отвечают особые железы, расположенные на теле животного. В отношении хозяев у питомцев действует та же логика, поэтому мяукающие часто трутся о ноги, чтобы оставить на одежде человека свой запах. Если кошка трется о ноги, при этом ведет себя беспокойно, это может свидетельствовать о начале течки. Специалисты не рекомендуют самостоятельно назначать животным успокоительные средства для подавления половой охоты. Чтобы помочь питомцу в данном случае, нужно обязательно посоветоваться с ветеринаром. Таковы самые распространенные причины, почему кошка может тереться о ноги. Помните о них, будучи владельцем мяукающего питомца. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!